Хомус Христофорова, стандартной модели, среднего размера. Это хомус классической для якутских инструментов формы, с круглым кольцом, кованый. Вот вы можете его посмотреть со всех сторон. Обратите внимание, положение колена язычка относительно рамы. Это идеальное положение для инструмента. Инструменты настроенные, мастер обязательно ставит ноту, но иногда бывают там какие-то небольшие отклонения, буквально в несколько центов, так что это надо проверять. Что касается язычка и звука, у этих моделей такой сбалансированный, хороший, плотный звук. Язычок мягкий, но точнее, лучше сказать, такой средней жесткости. То есть он позволяет выделять высокие обертоны, и в то же время он позволяет поддерживать с помощью дыхания, с помощью силы удара общий фон звучания. Звук чистый, в нем отсутствуют практически рычащие, характерные для якутских других инструментов звуки. Кроме всего прочего, за счет такого правильного, хорошего строения вы совершенно спокойно сможете в нем выделять обертоны и добиваться в том числе мелодической игры. Ну, сейчас я покажу, как на нем, например, звучит гамма, и дальше вы можете делать все, что хотите. Инструмент продается в деревянном чехле. В данном случае это закрытый чехол, что, конечно, наилучшим образом сохраняет инструмент. Язычок, варган помещается таким образом, что язычок будет защищен, сверху закрывается крышечкой. Вот таким образом защелкивается, все, он у вас никуда не пропадет.